Чё, погнали? Гротесков. Я готов. Let's go! Так, сейчас до 3 ход кей включу. Очень удобная штука, кстати. Да, очень. Конечно же, как же не полагать. Я на таких идеальных серверах сегодня гонял. Там есть целая методика по отбору сервера. Let's go. Ночь, по-моему, направо, кстати. Чё, ВДшка был бы в тимспике? Там есть фишка, короче, при подборе этого пилона. То, что... элитка появляется за спиной. За ним, да. Да. Мне так амулет нужен, это просто. Сегодня батяру поставил на это. На баунти он мне, короче, по 150 ингредиентов сделал, все слил, вообще ничего. Я тоже очень быстренько их сливаю. Пойдем, забей на желтый. Просто мне нужен сраный амулет с арканой. Да, амулеты — это такая штука. Я чуть модифицировал One Punch Monka, и, короче, 500 ключей за ночь урмит, пацан. 500? Да. Ну, чё, я поставил где-то в 10 вечера, сегодня после пар пришел, такой, оп. А, ну, 500 за сколько? За 24 часа почти, да? Там 20, это, ранов в час. Короче, дагерок, который 100% критует. Плюс фастмод с умом настроенный. Не, у меня крест бегает. Ну, крест высокий бегает. Нет, у меня крест эти бегают, в ВП-хе. Как я говорю, высокие рифты он бегает. Да есть его, нет особого смысла. Почему нет особого? Он очень быстро их бегает. Я где-то за ночь он под 200 кейв притаскивает. Только здесь плохой угол, он мне не очень нравится. У меня гемы 67-го уже где-то месяц лежат, и просто не могу апнуть никак. Так бы там попушил хотя бы чуть соло. О, а чё я эту штуку не видел? По сути, я вар должен увидеть. Не. Тут мерзкий синий пак, может скипнем? Сейчас давай желтого добьем. Идем. А вниз. Я видел, кстати, берут на сотых этот в куб ТП-шку, в руке обычный твистед
этот. Да-да. А некоторые с пикстикерами или барбером бегают. Вот, у кого понимаю. Что заехало? Сейчас телепорт откатится, поставлю. Но на самом деле все равно с чем бегать. Ну не сказал бы, Attack Speed там дико решает. Ура. Если все три саппорта берут эти наручи на урон, у тебя там Pain Enchancer и Attack Speed Weapon, то крипы просто за секунду разваляются. Оскип. Да вон там лоу хп еще. Значит, 30 миллиардов от лоу хп? Дойдет. Вон там синий пак тем более. Не знаю, мне не нравится сотый вот бегать, вообще не нравится. Я, ну как сказать, я не получаю удовольствия от игры в лагах. Ну, я вот гонял 101-й, вообще не лагал ни один. Вот ты когда бегоняла? Ну вот, до 7 часов где-то. Ну, время. Минус 3 часа от Европы откидывай. Европейцы работают еще в это время. Все, вот так добью. Такой бесполезный ток у стринг, я думаю, что-то другое одеть. Можно меня натянуть? Я вижу, просто двое стоят, думаю. Да Oculus Ring, да, он вообще бесполезен. Он где-то вообще там в заднице появляется и все. Вот эти вот друзья бегают, у них у троих эти кольца на опыт. Hellfire, что ли? Угу. 2,5%. Или сколько? 3,5%. Но в сумме-то так-то они неплохо дают. Вообще экспу дико урезали в этом патче. Ну почему? Качается-то все равно быстрее. Там сверху пилон еще. Угу. Сейчас тоже нормальный экспо идет, 500 миллиардов. Сейчас я еще прииграюсь, а то что-то. Я то ватный немного. Пион. Скажи то, что мы с турбоходом играем. We're playing with turbohood. Дура. А, о, а, окей. Ты что-то пошел я. Сейчас проползу. Этой элитки не хватит, надо будет еще что-то. Хотя... Чего? На желтый 4% и 3,77 за это. Нормально хоть.
Я, кстати, сейчас рекорд убью, у меня самый высокий 93 вифт. Че, серьезно, что? Я же вообще не гонял тебя в кучу времени. Come here. Тут пилончик может. Какая разница? Ну, все, пойдем, пошел. Я, короче, вырубаю вспышку. Угу. Ну, сейчас сверки пойдут. Я перешел, кстати, с этого левым меча молнии на пиксикер, и прикольные сферы идут. Вот такой же палас этот противный босс, у него же маленький хитбокс. Ну, есть похуже ребята, которые там прыгают постоянно. Так-то да. Три пары перчаток выпало. Сейчас понял. Просто фростберны. Вас понял. Ура, у меня рекорд побит.